Ребята, всем привет! Начинаю 23-й день по Бронсону, день, который состоит в основном из приседаний. Сегодня не буду делать статические приседания, потому что после 21-го дня, позавчера, ноги... Ребята, всем привет! Начинаю 23-й день по Бронсону, и сегодня у нас в основном одни приседания. Позавчера были... Также присяды, я делал их статически, и ноги ушатались просто в хлам, их разорвало. И становится вопрос, откуда найти мотивацию, чтобы хотя бы вот начать разминаться, не говоря уже о том, что нужно выполнить все написанное на доске. Сейчас ноги перебираю, мне тяжело. Тяжело поднимать ноги, в комнате холодно, потому что я предварительно проветрил. И я, видите, под кофтой уже одел на себя утяжелительный жилет. Жилет одел для того, чтобы бросить себе вызов. Когда я вообще сегодня хотел отдохнуть, думал, не буду тренироваться, сделаю себе день отдыха. Но я не могу себе дать слабину. Я не привык это делать, поэтому в ответ на проявленную слабость я решил себя, ну скажем, наказать, повесив на себя 9-килограммовый жилет. Потому что слабину себе давать ни в коем случае нельзя. Но в чем найти мотивацию? У меня, честно скажу, никогда нет проблем с долгосрочной мотивацией. Даже если бы у меня снова произошел какой-то казус, как до этого, там спина вылетала, я все равно день-два у меня уже, как у наркомана, тяга к железу, тяга к нагрузкам, тяга к тренировкам. Я не могу останавливаться больше, чем на 2 дня. Внутри это уже вообще космос, потолок. А в основном даже по 2-3 тренировки в день. У меня бывает проблема с краткосрочной мотивацией. Это когда делаешь те же приседания и нужно остановиться. Ноги сейчас болят тоже. Нужно остановиться. Вернее, не нужно останавливаться, но ты хочешь остановиться. Ты хочешь дать слабину. И вот такая краткосрочная вообще манюсенькая мотивация, которая заставляет двигаться дальше, которая заставляет прорываться через боль, через страдания, но ты знаешь, что это окупится результат. Какой результат, ребята? Зачем мне результат? Я не знаю. Честно, у меня вот какое-то внутреннее ощущение того, что я просто должен тренироваться, просто стремление становиться сильнее, лучше, выносливее, и с этим я ничего не могу абсолютно поделать. Напишите свою мотивацию, ребята, в комментариях. Чем вы замотивированы? Такие же вы, ли вы, как я, что я как паровоз пру. И, к большому сожалению, честно говоря, я не ставлю себе какой-то конкретной цели из пункта А доехать в пункт Б. Да, я хочу быть сильным. Да, я хочу быть здоровым. Но конкретная цель... У меня нет, я никому ничего не хочу доказывать. Я не хочу соревноваться ни с кем, я не готовлюсь на соревнования, у меня нет в этом цели. Я просто обожаю издеваться сам над собой. Мне это по кайфу, я не знаю, чем это объяснить, какой-то заскок в голове, но вот такие вот тренировки, вызовы такие, они меня будоражат. И на вот этих всех вызовах у меня построен тренировочный процесс. Только благодаря Бронсону сейчас у меня наметилась определенная структура тренировки. Вот хотя бы на эти 28 дней я отрешился от того, что мне что-то нужно придумывать для того, чтобы тренироваться. И полностью отдался на волю судьбы, скажем так, и погнал тренироваться по этому дню. Начнем тренировку. Я, в принципе, сегодня, как всегда, уже размятый. Я с утра сделал зарядку, я с утра сделал подъемы Кляйна. И сейчас, немножко разогревшись, потому что реально здесь аж руки замерзли, в комнате холодно, будем начинать. Но присед как нельзя лучше подойдет для разогрева. Сейчас приседаем 20 раз. Thank you.
теперь делаем вакуум, вдох-выдох. Десяточек тоже. На выдохе. Так, теперь 2 по 15. Ребята, я буду делать сразу 30-ку. Кому нужно дробить, бейте. Делайте 2 подхода. 30. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Фу. Хорошо, начинаю разогреваться. Снова вакуум. Хорошо. Снова 3 по 10 приседания. Можете разбивать. Я сделаю снова, не разбиваю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Фу. Снова вакуум. Так, смотрите, суммарно уже наприседали мы 20, 30, 30. Это получается 80 раз. И сейчас нужно еще присесть 4 по 10. Снова попробую сорокетик сделать, не разбивая. Понеслась.
40 есть. Итого, суммарно 120 раз присели. Делаем вакуум. Снова вакуум. Да, упражнение номер 20. На 10 раз. Вакуум закрыли. Так, ребят, немножко я разогрелся. Выполнив раз. 140. Подождите, сейчас. 30. 120. 120 приседаний выполним. Все это, кстати, в жилете. 9 килограмм. Я разогрелся. И теперь мы можем смело приступить с вами к 9-му упражнению 23-го дня Бронсона. Приседания до изнеможения. И вот здесь, в этом месте, нам понадобится краткосрочная мотивация. Как я уже говорил, с долгосрочной мотивацией, с тем, чтобы каждый день заставить себя сделать зарядку, с тем, чтобы поподнимать гири либо гантели, с тем, чтобы сделать растяжку, у меня проблем нет. Это долгосрочная мотивация. Но вот краткосрочная мотивация, это как сейчас, нужно сделать максимальное количество повторений, постараться. У меня возникают проблемы. Проблемы особенно возникают, я думаю, вы согласитесь, у тех, кто тренируется в домашних условиях. Потому что дома, когда никто не видит, когда нет тренера над тобой, когда это не соревнование, как я говорил, я никому ничего не хочу доказывать. У каждого свой путь. Кто-то мотивацией выбрал себе цель стать знаменитым спортсменам, соревноваться, чемпионские титулы и все прочее. Нет. У меня мотивация просто стремление становиться лучше. И это стремление настолько фанатичное, что зачастую я расплачиваюсь. Расплачиваюсь болью на тренировках, расплачиваюсь иногда травмами, иногда серьезными травмами. Вот палец раздроблен был гирями прошлым летом. И все равно я не останавливаюсь. Через боль, через страдания я прорываюсь дальше. Но все-таки вернемся к домашним тренировкам. Дома я понял, что сила воли должна быть в разы больше для того, чтобы тренироваться эффективно, тяжело и по максимуму. Потому что в зале элементарно девочка с круглой попой зашла, уже тестостерон поднялся, уже расхорохолился и погнал врываться. Тут никто на тебя не смотрит, ни на кого ты не смотришь. Тут нужно брать и делать. Вот сейчас разминку провел и постараюсь присесть 200 раз. Кто мне в этом поможет, ребят? Вот, мне помогут в этом силачи старой школы. Потому что именно в них я нахожу мотивацию, в каждом из них. И их еще много, еще я один плакат сделаю, всю стену увешу. Просто информации очень мало, фотографии тяжело найти. Но реально эти люди достойны уважения в моих глазах, я думаю, в глазах большинства, потому что в ком брать мотивацию? Брать мотивацию в качках, у которого забери иголку, и он сдуется, как мяч через иголку его качают насосом в химии, он надувается. Забрали, сила пропала, объемы пропали, здоровье пропало, ничего не осталось. У них же, у силачей, здоровья хватало в почетном возрасте. 50 с гаком поддубный боролся, всех боролся. Борол. 90, до 90 лет Гакель Шмидт показывал молодежи, как нужно тренироваться. И Александр Зас, и все, кто на этом плакате, они говорят о том, что можно быть здоровым, можно быть сильным, и можно сохранить спортивное долголетие. И это меня очень сильно мотивирует. Когда они смотрят на меня с фотографии, с этого плаката, я реально воодушевляюсь. И хочу передать вам эту энергетику. Я хочу вам с вами даже поделиться этим плакатом. Я сейчас специально сделаю этот выпуск и прикреплю ссылку на Telegram. Там я сделал тоже канал, посвященный атлетам прошлого, посвященный тренировкам Чарльза Бронсона. Буду дополнительную информацию туда выкладывать. Буду туда постить много интересного, ребята. Но сейчас я хочу
просто сделать жесть доброй воли. Хочу этот плакат в электронном виде закинуть в Телеграм. Вроде бы Телеграм не сжирает качество, поэтому пользуйтесь, ребята. Вешайте на стену себя дома, и вы получите невероятную мотивацию. Такую, как я сейчас. Я вот сейчас рассказываю, сам себя завожу. Я сам себя накручиваю, потому что я хочу присесть в жилете 9 килограмм 200 раз. Не разбивая жопой в пол. Я буду приседать, у меня здесь 10 силачей. Я за каждого буду называть имя и приседать 20 раз. Называть имя и приседать 20 раз. Ноги, сразу говорю, ребята, кто подумал, что я подвожусь к этой тренировке, ноги не свежие. Позавчера был 21 день по Бронсону. Когда вы до него дойдете, вы скажете спасибо, если будете на следующий день после него ходить. А если еще через день, как у меня сегодня, ползать, потому что ног просто нет. Поэтому я сейчас накручиваю сам себя, накручиваю вас. И я не должен упасть в глазах этих силачей. Поэтому, пока я себя накрутил, завел на старт. Начинаем. Первый на плакате, вы как раз с ними познакомитесь, Петр Крылов. В честь Петра Крылова, двадцаточка, понеслась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Иван Максимович, подумай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Георгий Акиншмидт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну и сир. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Иван Сила, Фирца, Кратон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Артур Саксон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 12, 13, 14, 20. Лурик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Запасной Евгений Сандов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ссылка будет в описании, но те, кто добрался до 23-го дня, знают, что это только начало. Еще гиперэкстензия, бездвижные становые тяги и гиперэкстензия до изнеможения, звездные прыжки, до истощения. Тут надо как следует перевести все-таки дыхание с нашатырек. Благо я завтра дома. Тренировка не отменяется. Это я просто дома на работу не еду. Ой, судорога, сука! Судороги! Судорога! Я не стану сейчас на станку. Вот вам вызов, ребята, ёпт. А кто мне поможет встать? Буду лежа делать на полу. Ебать! Судорога! Вот это дал. В жизни такое не сделал, если бы не эти тренировки. Даже в мыслях бы не было такую херню делать. Сейчас кадру ниже опустим. Тут, короче, какая нахер гиперэкстензия. Лежа будем все делать. Видно будет. Ебать. 9 килограмм на 100 раз, это 900.
и это тонн на 800. Это приравнивается к тому, что я, ну, по ощущениям даже круче, чем когда я приседал. Ай, большие веса. Ай, судорога. А! Еба. Ой, бля. Не знаю, ребята, как я сделаю тягу, я стоять не могу. Ай-яй-яй-яй-яй. О! А, судороги опять! Ай! Ну это все статически по бронзу, но эти вещи, извращения дали такое возможность. Ладно, попробуем станово, да? Ага, надо было еще вакуум подышать, давайте подышим. Не обессудьте, до камеры просто не дойду его поставить нормально. Вакуум типа спасет. Пока дышал, пришло в голову, ребята. Ноги. 120 в разминке приседали. Плюс 220 не разбивая. 340 приседаний. Только что установил в жилете 9 килограмм. Установил только что собственный рекорд. Ценой, конечно, судороги сумасшедшие в ногах. Но, бляха, это того стоило. Будет что на старости вспомнить. Когда ноги тоже перестанут ходить, вспомню, так это же было когда-то такая херня, что ногами ты управлять не мог. Ладно, давайте станово. Еба. Кошмар. Ай. Да какой нахер станово? Не-не-не, это не игрушки, ног нет. Стоять тяжело, какой тянуть? Вот бы Бронсон посмотрел, какого ученика его воспитал. Я не тяну, честно, у меня просто ноги не могут держать весь тело. Сейчас ляжем на пол. Дальше я не могу. Дальше я сдамся сейчас. Нет, не сдамся. Вот придурок, ну, извините, конечно, за выражение. Хочу еще 10 раз присесть в жилете, чтобы потом сказать, что я присел за одну тренировку 350 раз. Ложимся сейчас. Свои ебануты, нет покоя, неправду говорят.
Квач написано на футболке. Ну это все. Вот тогда я лег и сейчас засну здесь. Сейчас. Болит ноги, спина. Снова станом. Блин. А, да какой, подождите. 20, 30, 30, 80, 120. Да, все правильно. Фух. И 220. Да, надо еще десяток будет присесть. Снова становая. Сейчас рыгану. Тяни! Не, ноги не стоят, просто я сейчас завалю здесь поспать. Дрожат, блин, капец, я даже не тяну нифига, не могу тянуть.
Хоть бы выстоять раком здесь. Еще разик. А, нет, два. Блин. Что же будет завтра? Надраные ноги, которые болели, порваны, мясо. Еще добавить такую нагрузку. Ну, до изнеможения. Гиперэкстензия. Сейчас кровь из ушей пойдет, короче. Будет изнемождение. Ай, ноги! Как приятно. Ай, надо порастягивать их. Жесть. Давай. Ну хотя бы десяточку вывести. Ну давай, включайся, уже сил нет. Нет, 5 сделаю, хорош. Надо иметь предел. Надо иметь мужество. Мужество остановиться, чтобы не сдохнуть. Все, ночь наступает. Ночь наступает. Ночь. Так. Блядь, какой. Звездные прыжки до изнемождения. Давайте в комментариях. Сейчас подниму выше. Снова все силачи в поле зрения. Давайте, ребята, вы в комментариях напишите, сколько раз вы присели, не разбивая, и через слэш напишите, сколько сделать смогли в конце звездных пружин. Хочется быстрее, честно говоря, закончить, но очень боюсь не порваться. Уже не холодно в этой комнате. Раз, два, три, пять. Мутит. 10 раз. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. И пока не блеванул, сейчас доприседаю в жилете. Десяточек. Зачем? Затем, чтобы... Сейчас расскажу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, десять, да! Затем, чтобы установить личный рекорд. 350 приседаний за тренировку в жилете 9 килограмм. Все это вы увидите в 23-м тренировочном дне по бронзовому. А часть, которая... 220 приседаний в честь силачей прошлого я выложу отдельно. И пишите в комментариях, сколько вы можете присесть, не разбивая количество раз, без остановки. Максимальное количество приседаний
без остановки. И можете указать свой собственный вес, тоже будет интересно. Ноги больше сегодня не ходят, уже до завтра откланяться хочу, быстрее, пока-пока. Сейчас блевану.